Сколько стоит? Так, поехали. Ух, ебать, музыка началась. Так, сколько стоит поесть пиццу в Нью-Йорке? $10, блядь? А, ну, в принципе, у нас так же. Ну, ладно, нормально. Тогда нормально. $1100 телефон, блядь. Да ебать, а что ты с таких цен-то, блядь? А как же сходить Пятерочку, купить сухарики за 15 рублей, блядь? В смысле, а где, блядь? Клонировать своего питомца. Чего, блядь? Такое есть? Вы можете заспавнить... Можно заспавнить еще одного Завертина? Клонирование животного. О! Клонированный кот? Ой-ли-ли! Вы будете стримить на шабаш. Возьму несколько повербанков и постримлю весь концерт. Да ради бога, блядь. Только эти банвордов там навалю, ну, в GTA, конечно. Охуеть! Ебать! $35,000. Охуеть, блядь! Чеснок, чесночок. А он заспавнил такого же кота, только маленького, блядь. Можно заспавнить маленького Завертина. Ты долбоеб сорал, блядь. Охуеть. Все, он маленький. Что же сделали ученые? Они взяли ДНК. И что? Создали эмбрион. Зародыш поместили в суррогатную мать. И на свет появилась точная копия кота. Охуеть! Ебать имба, блядь! Ебать! Ну это, конечно, жестко. Но это жестко, реально, это жестко. Чеснок, чесночок, блядь. Снять целую страну на день. $70,000 всего лишь, блядь? Чё, блядь? Можете взять в аренду Лихтенштейн и изменить знаки на дорогах. Лихтенштейн. Население. А, 39 тысяч. Ну ладно, это в принципе. Ну ебать, все равно, блядь, чё. Воспитать ребенка. А как это подсчитали-то, блядь? $209,000, нихуя себе, блядь. Ого, блядь. 209 тысяч, ого, блядь, это сколько? 209. $15, блядь, почти 16. Ебать! Да я машину себе лучше куплю, блядь. Ёбаный рот, блядь, дом. Хуя себе. Использовать метеорит в качестве декорации. Чё? Какой-то бред, блядь. Поняли вы, блядь? Поняли нахуй? Ребят, лям долларов платите, блядь. Я отвечаю, я совершенно случайно, блядь, на это видео тыкнул. Я, блядь, я не собирал, ну, я этого не знал. Чё за хуйня, блядь? $1,000,000, ребят. Давайте, давайте, сюда, на базу. На базу, на базу. На базу $1,000,000. На базу $1,000,000. На базу $1,000,000. На базу.
В донат, в донат. Сегодня в аукционе миллион долларов жду. Сегодня на аукционе жду миллион долларов. А Илье бесплатно? Ну да, с Ильей бесплатно можно сделать. Вот, вот, ну это, блядь, это даже... Этой ночью дух на списке побывал. Мальчик лодки, поп-поп нахуй отъебал. Не было, блядь, хуета, блядь. Нормально, ты сын бляди? Женщина, я не танцую. Женщина, я не танцую. Никого. Арина, блядь! Арина пишет, срочно кидает свою ебаную сирену и скинула мне новый стрим сади, то, что Гуакамоле рассказал, что у него снова вылез геморрой. Блядь! Когда начнется снова дурка, то включи это видео. Для полной как? Версии. Нет, блядь! Коллаба со мной стоит миллион долларов, ребят. Я рэпа. Чего? Понюхать лучший парфюм 1,3 миллиона долларов, блядь, чё? Что, блядь? Поносить маску Тутанхамона. 2 миллиона долларов, блядь! Владеть профессиональным футбольным клубом. 3 миллиона... Ебать. Собрать все редкие карточки покемон. 4 миллиона, блядь. Сходить в золотой унитаз. Золото самый мягкий металл. Будьте готовы к тому, что унитаз провалится под вами. Так а в чем суть тогда, блядь? Нахуя платить 6 миллионов долларов, блядь, если ты провалишься в свое же говно, блядь? Что за бред, блядь? Жить в доме под водой. Хуя себе. Полетать на личном самолете. Чего? А, ну это свой самолет купить. Ну, наверное, да, так и стоит. Купить скелет Тирекса. 25 миллионов, блядь. Это ж все доллары, блядь. Самые дорогие часы 31,2 миллиона, ебать. Скоро Бустеренко такие купит. Покормить всех собак на земле. Все, ребят. А почему Илон Маск не кормит всех собак на земле, блядь? Гондон! У него, блядь, эти... 350 миллионов, миллиардов, блядь. Почему он просто 50 лямов не может покормить всех собак? Что за, блядь? И котов тоже. Котов столько же, наверное. Ну, может, чуть больше, блядь, потому что котов больше. Ну, что за, блядь? Брэд. ЧСВ Илон Маск. Снять голливудский фильм. Так, ребят, ставлю сбор. Сорал, отъебись, блядь. Я ж сказал, когда это будет. Купить личную субмарину. Хуя себе, блядь. На борту субмарины «Феникс-100» находится еще одна маленькая субмарина, блядь. Что, блядь? Жить в Белом доме? А можно там жить? Ебать, ребята, я Бля, прикиньте, Хесус... Такой, бля, ребят, сейчас завтра стрим запущу, потому что сейчас переезд, надо все переехать, там расставить. Хуяк, казино себе взял, блядь, накопил денег, блядь, и переехал, блядь. Пиздец. Сходить в золотой унитаз. Сходить в золотой унитаз и 6 миллионов, а сходить на стрим к Дреку бесплатно. Иди нахуй, блядь! Хуй-то, блядь. Аукциона еще не было, нет. Какой на... Блядь. О! Вот это надо мне! Этаж стоит 15 миллионов. Нормально, копим. Повесить Мона Лизу в своей спальне. Так ее же не купить, блядь. Улететь на Луну. Охуеть. Миллиард, блядь! Частный остров 2 миллиарда, ебать. Куда деньги столько, блядь? Починить озоновый... Кто звонит, блядь? Создать парк юрского... Долбоёбы, блядь, я ничего не заказывал, курьеров! Меня обманете!
пожарная тревога. Да вы долбоёбы, блядь! Вот это, блядь, домофон. Вот это домофон, реально. Все, блядь. Построить лифт до космоса. Че, блядь? Блядь, Алмаз, ты столько всего можешь сделать, и нихуя не делаешь, блядь. Че ты ходишь в своем ебаном пиджаке и все, блядь. А мог бы нахуй построить, блядь. Очистить лифт до космоса просто, блядь, вот так вот. Мог бы, блядь, построить, и все, блядь, все бы пользовались. Очистить Чернобыль. Нихуя себе. Раздать каждому 10-долларовый купон Starbucks. Б. Хуеть. Брать весь пластик из океана. Ебать. Блять, Илон Маск! Уебок. Выкупить великую китайскую стену, это возможно, блять? Деактивировать все ядерные бомбы. Алло, богатые, блять! Можно, блять? Сколько можно, еб твою мать, блять? Пиздец. Блять, а чем вы занимаетесь? Могли бы скинуться и все, блять. Охуеть. Создать море. Да и нахуй оно мне, блять. Был бы я богатым, я бы это не сделал. Нахуя мне море в Австралии. Пожертвовать почку. Почему это стоит 800 миллиардов долларов, блять? Больше вопрос. Че, блять? Почему стоит пожертвовать почку стоит 800 миллиардов долларов, блядь? Владеть всей криптовалютой. 1,2 триллиона долларов, блядь. Бля, прикиньте, реально чел накопит, блядь, все просто купит и будет сам этот. Построить мост от США до Великобритании. Нихуя себе, блядь. 2 триллиона долларов. Выкупить Apple. Ебать! Соединить все страны при помощи шоссе. Хуя, блядь. Купить услуги всех учителей в мире на год. Да мне и то не поможет, блядь. Обеспечить каждого интернетом. Ха-ха, блядь. Съебаться из нашей галактики, блядь. Прокормить каждую семью. Ха-ха-ха. Блядь. Починить все дороги. Да пиздец это денег, блядь. Откуда столько? Найти лекарство от сраки. Бля, в натуре, а почему не скидываются, блядь? Выкупить все компании в мире. 95 миллиардов, блядь. Бля, надо сбор ставить, ребята, блядь. Выплатить все долги мира. 235 триллионов, охуеть. Купить землю. Блять, полностью землю, блять. 5 квартир, блять. Реально. 5 квартир, реально. 5 квартир, блять. Все, коплю на 5 хат. И все, можно обменивать. Ебать, так это все ресурсы у меня будут. Охуеть. Купить самый редкий астероид. Кому он нужен, блядь? Просверлить землю насквозь. Так это же невозможно, блядь. Пиздец, блядь. Охуеть. Не, ребят, надо сбор ставить. Я хочу лифт до космоса.